Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Друзья, сегодня делюсь очень вкусным, интересным, изысканным, даже, можно сказать, вкусным салатом, который готовится очень легко, с доступных продуктов. Можно готовить на любой праздник, тем более на Новый год или на Рождество. Друзья, начинаем готовить? Поехали! Нам понадобится 3 отварных куриных яйца, заранее отваренных вкрутую. Разрезаем пополам. И желток отправляю в отдельную тарелку. Яйцо надрезаю еще на один раз. И потом вот такой вот соломкой нарезаем белок. Белок сразу отправляем в салатницу или в миску. Теперь нам понадобятся крабовые палочки. У меня здесь одна пачка, 220 грамм. И нарезаем вот таким вот образом. Крабовые палочки нарезали, также отправляем в салатницу. Теперь беру средние 2 помидоры, режу пополам. Так, теперь нарезаем очень-очень тонко. Ну, вы уже поняли, помидоры тоже также отправляем в салатницу. Теперь берем красный перец. Можно взять даже 2 маленьких разного цвета, чтобы салат получился более красивый. Удаляю плодоножку. Разрезаю еще раз пополам. И снова на вот такие вот, на соломку нарезаем перчик. Всегда берите вот такой вот красный перец зимой. Он более ароматный и слаще. Также беру пару веточек укропа и нарезаем мелко. Вкус салата всегда зависит именно от соуса или заправки. Нам понадобится желток, который мы отделили, и 2 зубчика чеснока отправляю через мелкую терку, можно через чеснокодавку. И примерно столовую ложку майонеза. И буквально 30-40 грамм вкусного сыра. Все, хорошенечко перемешиваем. Добавлю еще столовую ложку сметаны. И слегка присолю. И снова перемешиваем. Отправляем нашу заправку, соус, к салату. Осталось, друзья, только перемешать. Очень аппетитно выглядит. На вкус просто бомба. Обязательно готовьте. Радуйте родных и близких. Балуйте. Балуйте своих родных и близких. Даже, думаю, тот, кто не любит крабовые палочки и считает их супер вредными, понравится такой салат. Мы же такой салат не часто едим, только по праздникам. Поэтому, я думаю, не слишком он вредным будет, а очень аппетитным и вкусным. Самый любимый и самый вкусный момент – это когда уже блюдо готово и можно его пробовать. Салат получился очень легкий, очень вкусный, свеженький, с хрустом. Друзья, все как я люблю. Готовьте вместе со мной, радуйте родных и близких. Кто не подписался еще на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропускать новых интересных вкусных рецептов. А я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока.